раскалывается. Сейчас. А вот рыбка. Лето 79-го года. Клинченко и Калинина на московской земле, где их ждет трамплин, про который Ира, смеясь, говорит: не так страшно, и вышка. Последние годы не знает поражений в прыжках с трехметрового трамплина чемпионка мира Ирина Калинина. Она участвует и в финале сегодня. Сейчас прыжок с коэффициентом трудности 2.6 в исполнении Ирины Калининой. Вот так как готовится к прыжку Ирина Калинина, наверное, не умеет этого делать ни одна спортсменка. Полная сосредоточенность, полное внимание. Но я хочу сказать о том, какая же это великолепная школа для юных спортсменов «Спартакиада». Соревноваться рядом с чемпионами, учиться у них – в этом глубокий смысл спартакиадных стартов. Вот она, 10-метровая вышка московской «Спартакиады». После первого, второго, пятого, шестого прыжка Ира шла впереди. А вот седьмой прыжок был неудачным. Теперь все решит последний, восьмой прыжок. Последний, восьмой прыжок. Бронза. Ирина Калинина третья. В прыжках с трамплина она по-прежнему остается непревзойденной.
Вслед за Москвой были соревнования в Румынии, в Соединенных Штатах Америки. Все те же заголовки газет. Ирина Калинина показала свои изумительные качества. Калинина – замечательная русская чемпионка. В семье праздник. Настеньке исполнился год. Большим праздником уже Россина и желаю тебе тренерского всего самого-самого. Международный год ребенка. Папа! Решила еще тренироваться. Ну и буду, конечно, работать, помогать немножко с малышами. Нет, а как еще в бассейне там ты сможешь, а Настенька как? Ну, Настя днем будет в садике. Может быть, Валя и вернется в спорт. И снова поднимется на пьедестал. Теперь Клинченко и Иру ждет Олимпиада. После трамплина она вновь поднимется на 10-метровую вышку. Десятки, сотни, тысячи глаз. Ира будет стоять на вышке. Ира прыгнет. А Настеньке исполнится 2 года. Она уже говорит «мама».